В Люберцах начался рейд по проверке автомобилей с тонировкой. Как выявляют нарушителей и что им грозит за неисполнение законного распоряжения сотрудника полиции, расскажет наш корреспондент. В правом ряду движется, по телефону разговаривает, тонированный. Нарушитель обнаружен. В машине без опознавательных знаков инспектор ГИБДД выявляет водителей, нарушающих правила дорожного движения, и сообщает об этом на пост ДПС. Здесь уже организована проверка автомобилей, в том числе и тонированных. У нас проводятся мероприятия по тонировке. У вас, как я вижу, столько тонировано, да? Съемное. Специальным прибором, таометром, определили процент светопропускаемости. Порог для лобового стекла не менее 75%, для передних боковых – 70%. Штраф за превышающую норму тонировку – 500 рублей. Но только штрафом нарушители обходятся не всегда. Если же причина не устранена на месте, то составляется инспекторами дорожно-патрульной службы требование, в котором указывается, что в соответствии с законодательством водитель должен устранить причину нарушения в течение 10 дней, предоставить уже исправленные, то есть растонированные стекла автомобиля, ну и, соответственно, автомобиль в отдел ГИБДД. Чрезмерная тонировка на стеклах ухудшает водителю видимость на дороге. Ограничения позволяют избежать аварийных ситуаций. Рейд завершится 28 апреля. За часовую проверку инспекторы выявили 5 нарушителей. Айташ Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.